У Беларусі праходзіць месячнік грамадскага контролю за захаваннем температурнага рэжыму. Сёння прадстаўнікі абласнога аб'яднання прафсаюзаў наведалі некалькі прамысловых прадпрыемстваў Гомеля. Хто змог прайсці праверку, а хто пакуль не дапрацоўвае? Даведаўся Дмітрый Котаў. Гомельский завод станочных вузлов каля 10% выручки от реализации продукции накировывая на отопление у зимовый период. На предприемстве не утоивают, выконывать полностью все нормативы складано. Обогреть 9000 метров вытворчей площади задача не с простых, а на модернизацию отепляльной системы необходимо каля 2 миллионов долларов. Але робится все махчимое, каб людям на працовных местах было комфортно. Как выход из положения мы нашли в том, что мы обустроили людям комнаты обогрева приема пищи, обеспечение теплой спецодеждой, горячее питание в собственной столовой. Плюс в комнатах приема пищи есть людям возможности попить там горячий чай, разогреть пищу в микроволновках. Ну, таким способом решаем эти вопросы. Калі на заводе станочных вузлов порушения не выявлено, то на Гомель-Гандаль-Маши картина супрацьлеглая. Тут только распочинается праца по уладкованию бытовых помешканий. Кіраўніцтву выписаны рекомендации. Проблемы на Торфмаши существуют уже не только сегодня. Они существовали и раньше. И, естественно, мы выйдем на руководство города и будем инициировать все-таки, чтобы какие-то меры дополнительные, какие-то финансовые вливания были сделаны. Централіт прадпрыемства паказальнае. У зімовы перыяд тут пастаянна ажыццяўляецца маніторынг тэмпературнага рэжыму. Аснашчаны ўсім неабходным памяшканні для адпачынку, работнікам выдана спецвопратка. Таксама кожны з іх атрымлівае прыбаўку да заработнай платы, накіраваную на харчаванне ва ўласнай сталовай. Сам непасредственна температурный режим в помещениях обогрева соответствует нормам, значит, он составляет более 20 градусов. Постоянно этот вопрос на контроле как у руководства завода, так у общественных инспекторов, так же и у отдела охраны труда. Подобные проверки на предприятиях проходят не первый год. У Гомельским областным объединении профсоюзов отзначают, что ситуация значно поляпшается. Коля 90% предприятий выполняют все нормативы. Конечно, не везде можно сделать нормальные, комфортные условия в огромных цехах, но это и понятно, потому что это проблемно и с экономической точки зрения, и с точки зрения то, что цеха старые. Но именно мы добиваемся, чтобы человек, если холодно, через каждые 2 часа мог свой оплачиваемый перерыв технологически пойти и где-то обогреться. И это, в общем-то, сегодня, я скажу, достигается на большинстве предприятий. Кожный работник повинен памятать, что при выявлении порушения у сбоку наймальника, например, отсутности теплого спецодения альбо покоя для приема ежи, можно звертаться на горячую линию профсоюзов. Ее номер повинен быть размещен на дошце правкама на каждом предприемстве. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».